Как и говорил, не удержался и купил второй Гелиус. Попалось объявление, которое, в принципе, недорогое предложение. Я посчитал, что 1500 не такие большие деньги, и решил его приобрести. М7 это самый резкий из Гелиусов. Ну, вот решил попробовать и его тоже. Заодно можно будет провести сравнительный тест и сравнить М7 и К4. У одного 40 линий, у этого 50 по центру. Так что, может быть, любопытно. Причем первый у меня через переходное кольцо, которое компенсирует недостатки крупнутой матрицы, то второго у меня хоть и с чипом, но переходное кольцо без линзы. То есть он будет чуть поменьше угол у него обзора. Ну, будет как бы два немножко разных объектива. Пригодятся. За такие деньги пригодятся. У этого объектива есть одна проблема. У него прыгающая диафрагма и переходник. Диафрагма с переходником этим не работает. То есть она постоянно открыта. И надо заблокировать штырек прыгающей диафрагмы, что мы, собственно, и сделаем. Как ее заблокировать, я где-то на Ютубе увидел и решил повторить. Прекрасно получилось. Спасибо тем, кто уже до меня это сделал. Откручиваем винты на задней крышке объектива. Отрезаем от стержня кусочек примерно 5 миллиметров. На штырек одеваем кусочек стержня. Вот таким образом. Вставляем назад. Вот так. Теперь он у нас не может вытащиться наружу. Он должен быть вровень, не торчать и глубоко не проваливаться. И теперь собираем. Затягиваем наши болтики, винтики.
Все очень просто. За 2 минуты. Как видите, диафрагма заработала. Накручиваем переходное кольцо с чипом М42 на Sony Байконет, а у меня Sony A57 Альфа. Можно наоборот, но так удобнее. Все, до щелчка. Все у нас хорошо. Резкость, фокус плавный, достаточно на нем. Вот диафрагма здесь немножко неудобно, близко расположена к байконету, и крутить ее весьма неудобно. Ну, 95-й год. Такая штука получилась. Без корректирующей линзы, поэтому вместо полтинника он будет с фокусным расстоянием где-то 85, и светосила немножко потеряется, но в остальном нормально. То есть у меня будет 2 гелиуса с разным фокусным расстоянием для разных экспериментов. Ну вот так как-то. И как бонус обзавелся 2 вот такими тушками. Сами тушки вряд ли мне пригодятся. Но стоять на полочке в качестве интерьерного украшения, наверное, будет хорошо. Закрываем диафрагму по одному щелчку с 2 до 16.
его обратно. В следующем видео будет сравнительный тест.